Партнер проекту – енергетична компанія ДТЕК. Процесс преобразования энергии солнца в электрический ток называется фотоэлектрическим эффектом. Это явление было открыто еще в 19 веке во Франции, а первый фотоэлемент создал русский ученый Александр Столетов. Фотоэлемент – это полупроводник, который состоит из двух слоев. В одном слое есть лишние электроны, во втором слое их не хватает. Лучи солнца выбивают электроны из первого слоя, после чего они летят во второй слой занимать пустующие места. Так электроны бегают по кругу из одного слоя в другой, а мы используем эту энергию. На сегодняшний день самая большая в мире солнечная электростанция расположена в Крыму. Ее мощности 100 мегаватт хватит для нужд как минимум 20 тысяч домохозяйств. Партнер проекту – энергетична компанія ДТЕК.